Находимся в экотехнопарке Мариной Горки. За моей спиной несколько фрагментов транспортных комплексов. То, что темно-серое, это ВЭКС номер 4. Немножко дальше это ВЭКС номер 1. За ним, за этим транспортным комплексом располагается еще недостроенная, еще строящаяся ВЭКС номер 5. Мы постоянно оцениваем возможность применения той или иной трассы. Допустим, это город. Берем город, смотрим. Если расстояния нам позволяют делать большие шаги и не мешает, скажем так, инфраструктура самого города, мы применяем гибкую или полугибкую, а также высота еще очень важна в этом деле. Вот. Если же у нас получается, что очень много инфраструктуры, то есть мосты, дороги, и нам приходится между ними лавировать, условно назовем это так, то, конечно, здесь уже предпочтение получает жесткая наша структура, которая обладает теми свойствами, что она может поворачиваться в любом месте. Потому что если мы берем наши стандартные структуры, это полугибкая, гибкая, то здесь есть один, скажем так, момент, который мы должны все учитывать, это то, что она должна быть идеально ровная от опоры анкерной до анкерной опоры. А только потом уже между анкерной и опорами мы можем поворачивать. То жесткая структура позволяет нам уйти, опять же, непреднапряженная, уйти от этого и немного поворачивать, лавировать между путевыми, скажем так, существующими какими-то структурами или инфраструктурой города самим, то есть здания и все остальное. Если же мы берем уже за город, то здесь предпочтительно применение легких наших структур, это гибкая и полугибкая. Они обладают большим шагом промежуточных опор, соответственно, мы экономим как на занимаемой земле, и также у них снижена металлоемкость. Всю нагрузку на себя принимает анкерная опора, но ее, скажем так, объем и занимаемая площадь настолько будут незначительные, что мы можем даже, в принципе, на это не обращать внимания. Один из аспектов безопасности транспортного комплекса – это защита и от террористических угроз. Ведь разрушение путевой структуры и разрушение анкерных опор, промежуточных опор, возможно только благодаря подобным воздействиям. Путевая структура и промежуточные анкерные опоры рассчитываются на определенные нагрузки, и в процессе штатной эксплуатации их разрушение предполагается невозможно. Более того, необходим и будет проводиться регулярный технический осмотр путевой структуры и опор. На экотехнопарке мы проводим испытания транспортных комплексов. Это путевые структуры и, соответственно, транспорт на них. Это нужно нам для того, чтобы определить методики проектирования, отрабатывать какие-либо решения в конструировании и определять необходимость тех или иных устройств в подвижном составе. Наши путевые структуры SkyWay являются универсальными. Они применяться могут в разных климатических условиях, соответственно, в разных странах. Минус 40, минус 50 до плюс 60, плюс 70 градусов. Путевые структуры универсальны и используются там, где нужно, допустим, пройти над чем-то. Это реки, это горы, это будет даже город, в принципе, тот же самый. Вот. Мы можем проходить на втором уровне, можем проходить над вторыми уровнями, то есть над другими дорогами. Тогда мы поднимаемся выше, ну и, соответственно, проходим все препятствия, которые нам мешают. Если транспорт у нас легкий, то можно отдать приоритет провисающим трассам. Если же транспорт перевозит тяжелые грузы, это Unicon с нагрузкой там, 50 тонн, то, соответственно, это может быть и ферменная путевая структура. Ферменная путевая структура необходима в тех местах, где у нас имеются повороты, развороты и так далее. На ВЭКС номер 5 по итогу перебора нами более легких конструктивных решений в плане
технико-экономических показателей, материалоемкости путевой структуры, было принято решение применить путевую структуру нового типа. Это полужесткая, на которой будут перемещаться транспортные средства только навесного типа. Путевые структуры непосредственно от анкерной опоры до анкерной опоры, они являются все напряженными путевыми структурами. За анкерными опорами это разворотные кольца, уводы, стрелочные переводы, они являются ненапряженными путевыми структурами. Напряжение путевых структур осуществляется при помощи гидравлического оборудования, в частности гидродомкратов, путем растяжения стали либо каких-либо других материалов в непосредственно путевой структуре. Анкерная опора представляет из себя плиту перекрытия, на которой непосредственно крепится узел анкерения. Дальше с плиты перекрытия усилие переходит на несущие колонны либо стены. Нагрузка со стен переносится на фундамент. Поэтому массивные фундаменты – это залог успеха. Если провести аналогию, да, получается, что наша струнная транспортная система, наши, в принципе, струны, они как бы чем-то перекликаются с линией электропередач и в то же время могут нести на себе транспорт. То есть все путевые структуры прорабатывались под электропитание от колес транспортных средств. Это было требование генерального конструктора. Какие здесь преимущества? Преимущество в том, что чем взаимодействует машина, когда едет по транспортной какой-то структуре, по дороге, неважно. Она взаимодействует колесом с поверхностью. То есть у нас как минимум два рельса, между которыми нужно соблюдать какую-то точность установки. Вот. Соответственно, третий контактный рельс, как вот в поезде или в метро, он требует тоже какой-то точности установки, что, в свою очередь, очень сильно удорожает конструкцию. Вот. При этом, пользуясь тем, что у нас транспортная система второго уровня, мы можем реализовать питание только от правого и от левого колеса, тем самым избавившись от контактной сети в классическом понимании ее. Вот. Что нам удешевит структуру, облегчит ее, уменьшит материалоемкость и в то же время в значительной степени облегчит обслуживание потом, то есть в долгосрочной перспективе. Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Сегодня у нас проходит вебинар, не по плану, но в следующий раз все будет абсолютно по плану. Также 16 числа, в среду, я проведу следующий вебинар, также в час по Москве. Меня зовут Суходоев Алексей, я являюсь членом общего правления SWC, и сегодня пойдет речь больше об том, что нам задает в виде дорожной карты генеральный конструктор, потому что я считаю, это очень важная информация, и, конечно же, я интерпретировал в виде тезисов то, что сказал генеральный конструктор в своем очередном видеоблоге. Но вначале я могу сказать, что сейчас уже у нас такая стадия, что мы проводим вебинар и будем проводить вебинары, но несмотря на это, информационная среда также наполняется в международном, я бы сказал, в мировом плане. Я хотел бы вам представить скриншоты с Instagram парка, технологического парка Шаржи. И это партнеры той компании, которую мы с вами все финансируем. И вы видите, что вот фактически видео представлено на самых главных моментах, самых главных местах, то есть в начале и в конце, как раз-таки, чтобы заказчики, потенциальные посетители данного виртуального форума заинтересовались технологией транспорта над землей, которую мы с вами продвигаем и финансируем.
И это на самом деле уже даже начинает приедаться, потому что это входит во что-то привычное. А ранее мы, я думаю, что все помнят, радовались, когда размещали в хедере Твиттера RTA. Сейчас таких событий будет становиться все больше и больше. 22 сентября пройдет этот форум. Этот форум будет включать в себя достаточно много выступающих, то есть более 100 стран-участников будет на этом форуме, более 5000 участников, 50 спикеров. И, конечно, среди этих 50 спикеров будут представители ЗАО «Струнные технологии», той компании, которую мы с вами финансируем. Я думаю, что это очень серьезный, весомый аргумент, потому что кого попало на этот форум, звать не будут. И сегодня вы узнаете, что даже место особое занимает чисто по расположению в парке Шаржи та технология, которую мы с вами финансируем. Это очень мощное на самом деле заявление и очень мощный аргумент. И я думаю, что в будущем мы обязательно увидим запись этого форума и все смогут ознакомиться. Но это уже из ресурсов головной компании. В Арабских Эмиратах все развивается, как вы видели из прошлых репортажей, достаточно планомерно и хорошо. И вы видите уже установлены промежуточные опоры новой линии. И почему пока что мы не видим преднапряженные конструкции, то есть преднатянутые струны, потому что сейчас и на экотехнопарке в Мариной Горке в Республике Беларусь мы также пока что этого не видели, и генеральный конструктор ответил на этот вопрос, он открыл секрет, который ранее нельзя было, скорее всего, раскрывать, но сказал, что смонтировано могло быть вообще и все построено еще год назад, но совершенно другое исполнение было принято для того, чтобы обеспечить срок службы на 100 лет. Покажите мне ту технологию, которая может вообще обеспечить свое развитие на 100 лет. Я не могу привести такого примера ни из одной индустрии, которая сейчас рождается. Если взять IT, микропроцессорную электронику, ничто не вечно под луной, и сегодня я не буду на этом останавливаться, но вчера произошел достаточно такой кровавый день для всей фондовой биржи, кровавый день для криптоэкономики. Это произошло фактически одновременно, фактически, наверное, уже одни игроки принимают участие и в фондовом рынке, и в крипторынке, и все повалилось вниз. И, конечно же, крупные предприниматели после того, как убедятся и увидят, что появляется такой мощный проект, как та технология, которую мы с вами финансируем, захотят в виде диверсификации рисков также инвестировать в этот проект, но это уже будут заключительные стадии этапа. На первый, на второй, даже на десятый этап они не могли попасть априори, потому что, ну, собственно, крупные инвесторы на такой стадии не входят. Они входят, знаете, по логике, как вот я люблю приводить пример, Эштон Катчер вошел в Uber. Скорее всего, на какой-то вечеринке, да, он вошел ранним инвестором, но он вошел случайно абсолютно и по знакомству. И есть крупные инвестиции, сейчас больше 300 тысяч долларов, самая крупная инвестиция от физического лица, от юридического лица еще больше. И такие визионеры, такие провидцы все же имели место быть. И я не раз говорил, что сейчас прорабатывается в азиатском направлении достаточно крупная инвестиция. Кстати, они молодцы, закупили необходимые активы для совершения транзакции ранее, до падения фондового и крипторынка. Вообще прямо молодцы. Даже на этом они уже, в принципе, в плюсе. То есть технологии, которые мы с вами развиваем, также позволяют обезопасивать свои активы и сбережения, просто откладывая, и как сейчас многие планируют рассрочки, как я сам продолжаю реализовывать рассрочку в
в качестве планов и оплата по данному какому-либо пакету. Вот фактически эко-дом, это не отличается от компьютерной графики, кажется, это компьютерная графика, но это абсолютная реальность, и я с нетерпением ожидаю увидеть эту красоту. Сейчас уже постепенно снимаются границы, насколько я знаю, с октября в Арабские Эмираты можно будет приезжать россиянам, и я искренне надеюсь, что к 2021 году мы уже с вами сможем это лицезреть в виде выставочных комплексов возле Экспо, где будут предоставляться уже сертифицированные рабочие машины, которые создаются не просто так, чтобы создать, а уже для конкретного серийного производства. На самом деле я хотел бы отметить такой риск, я не буду называть имен, я не буду называть никаких подробностей, но будьте осторожны по поводу высокотехнологичных пирамид. Многие могут собирать инвестиции на создание каких-то визионерских проектов, даже те люди, которые по каким-либо причинам покинули уже проект Skyway. Но вопрос сертификации, вопрос того, а дойдет ли этот проект до коммерческого рыночного завершения. Даже с помощью инженеров, да, можно нанять какой-то штат, что-то создать, но были такие опыты и были такие стартапы, как Faraday Future, которые создавали вроде бы как электромобиль, спорткар, но фактически был представлен на выставке в виде маркетинга, в виде привлечения инвестиций, фанерный образец, и он так и не дошел до реального исполнения. И то, что вам будут рисовать красивые картины про будущее логистики, про какие-то неимоверные совершенные решения до последней мили самых малых грузооборотов и пассажирооборотов до самых крупных, не верьте, на мой взгляд, просто картинкам и идеям без инженерного глубокого обоснования. Я к проекту присоединился в первую очередь как инженер-механик. С первого взгляда я посмотрел на 100 ответов на 100 вопросов. Это был первый методический материал, который я изучил. Не впадайте в догму, не впадайте в какую-то идеологию и не будьте падкими, пожалуйста, на высокотехнологичные пирамиды, даже тех, возможно, людей, которые имели смелость по каким-либо причинам после покидания проекта той компании, которую мы финансируем, запускать свои собственные направления. Конечно же, всем хочется, видимо, заработать, но чем это закончится для инвесторов, я могу только предостеречь. Поставьте от 1 до 10, как понятна эта информация, я специально конкретно ничего не говорил, но я думаю, что всем все понятно. И когда подобные веяния будут происходить через агитацию наших лидеров, наших зарубежных лидеров, которых мы с большим упорством и трудом всегда находим, то будут предприняты следующие меры. Поэтому будьте осторожны, высокотехнологичные пирамиды, некие визионерские проекты, типа как прорывные, они будут появляться сейчас и пытаться выудить из добропорядочных граждан их сбережения в период пандемии, в период кризиса. И на самом деле сейчас мы видим, что экономику начинает трясти. Для меня показатель вот вчера, позавчера, сам на самом деле, вообще вот сегодня наблюдал фактически ночью, то есть на глазах буквально происходит этот моментальный обвал. И так оно будет происходить и с долларом, так оно будет происходить и с будущим возможным обнулением экономики, то есть об этом также говорят эксперты. Все происходит внезапно, неожиданно, быстро, скоротечно и очень-очень больно. Многие потеряют сбережения, многие потеряют трейдеры, скорее всего, будут ликвидированы конкретно, то есть их позиции с плечом, не дай бог, если они будут уничтожены. И за вчерашний день, например, 400 миллионов долларов примерно ликвидированных позиций только по крипторынку. Я представляю, сколько ликвидированных позиций по фондовому рынку.
Так что нужно думать и размышлять насчет венчурных проектов, которые могут пережить кризис, и присматриваться, искать. Ну а мы с вами являемся проводниками той технологии, которая без всякой идеологии, без всякой догмы, ну, действительно прорывная в инженерном плане. И сейчас ограниченное предложение по дисконту до 15 сентября. Было продление. Кто желает, воспользуется этим шансом. Действуют текущие дисконты, которые на этом слайде. И далее будет снижение дисконта. И я напоминаю, что вообще вот этот дисконт по степ-ап, он также может быть резко изменен, как только поступят крупные инвестиции. Вот прямо моментально, прямо не предупреждая никого. Поэтому тут каждый принимает решение. Агитации финансового совета никакого нет. Каждый решает абсолютно сам. Буквально вкратце я освещу, что продолжает работать система лидогенерации «Лидокол». Мы запускали многие страны, сейчас планомерно запускаем все страны Африки. И ничто не помеха, каждый на иностранном языке может работать. Ну а в первую очередь я приветствую лидеров, потому что эта система не для новичков. Я уже неоднократно о ней говорил и дам ссылку уже в виде тезисов, которые, кстати, будут размещены сейчас в виде отдельной страницы и в личном кабинете. Далее мы будем тестировать также в мессенджерах, возможно, в Telegram, для того, чтобы информационное поле было максимально охвачено. И в первую очередь я провожу вебинары для того, чтобы они переводились на другие языки, потому что, да, я могу провести вебинар на английском, на французском языке, но физически времени нет. И если кому-то нужны переводы вебинаров на другие языки, пожалуйста, напишите на почту, сделайте заявку, обоснуйте. Если вдруг на ваш язык еще не переводятся вебинары, то при достаточном обосновании обязательно будут переведены далее. Вот моя почта, неизменная. И, пожалуйста, на нее пишите, если вам необходимо переводить на какой-то новый язык. Сейчас многие говорят о том, что да, вот будет трясти экономику. Сейчас такие вот серьезные, сложные события в Республике Беларусь, но уже есть дополнительный плацдарм у той компании, которую мы с вами развиваем в Арабских Эмиратах. Вот представьте, насколько стратегически это было выверено и правильно сделано. И приобретаются новые материальные активы, офисные помещения, здания, то есть уже более 9000 квадратных метров только офисного здания было приобретено в собственность. Это наши с вами активы также, потому что мы с вами совладельцы всей технологии, и компания имеет уже ряд офисных зданий и офис в бизнес-центре «Титан». То есть это такое историческое место уже, и там находятся некоторые службы. Но весь мозговой центр сейчас сосредоточен в этом здании. Представьте, насколько более мощно и комфортно будет работать и насколько еще быстрее пойдут бизнес-процессы, когда все находится в одном ядре. И на самом деле с 2015 года компания уже вовсю проводит абсолютно прозрачный, это не простой процесс, но обязательно его нужно делать, это аудит по международным стандартам, по национальным стандартам Республики Беларусь. И вот за 2019 год также был представлен аудит как на русском языке, так и на английском языке. Вы можете посмотреть, как увеличились активы. Это наша с вами также материальная ценность. Вы можете посмотреть даже, какую прибыль имела компания, которую мы с вами развиваем. Это может быть при создании каких-то моделей платежей по feasibility стадии и других разных вещей, которые происходят для нас незаметно, но сейчас постепенно и руководитель отдела адресных проектов, в прошлом и сейчас заместитель генерального директора по развитию ЗАО «Струнные технологии», также в своем интервью раскрыла некоторые уже такие стратегические
ходы по адресным проектам, что даже в Республике Беларусь сейчас во время пандемии заинтересовываются адресными проектами. Сейчас работа происходит не только на территории Арабских Эмиратов, работа происходит по всему миру, просто это все держится в строгой тайне, но по получаемой прибыли, прибыль сейчас может получаться только в виде каких-либо оплат работ, либо создания моделей, либо создания каких-то предпроектных исследований. Это идет, и это говорит о том, что по адресным проектам работа мощнейшим образом также сейчас идет. И я перехожу постепенно к тому, что необходимо сказать перед видеоблогом генерального конструктора. Сегодня я не буду делать свои креативы, исследования. Кстати, поставьте от 1 до 10, как вам тема про мое освещение контейнерных перевозок и будущее той технологии, которую мы развиваем, которую я осветил в прошлом своем вебинаре. То есть это, можно сказать, такой чисто авторский вебинар, которому была произведена определенная подготовка. И сейчас я могу сказать, что вообще вот подготовка к сертификации, она происходит мощнейшим образом, потому что огромное влияние на будущую технологию имеет тот нюанс, как пожаробезопасность. Я могу привести пример от смартфонов. Посмотрите, вспомните, какие маркетинговые войны возникли между Apple и Samsung, когда у Samsung или якобы, или точно, никто сейчас этого не может предположить, но это был брак, недоделка при проектировании, возгоралась аккумуляторная батарея. То есть фактически даже с некоторыми моделями Samsung нельзя было садиться в самолет и лететь. То есть их нужно было либо выкладывать, либо специальным образом провозить. И пожаробезопасность – это очень серьезный момент. Здесь уделяется внимание комплектации как изделиям до 1 грамма, то есть это, например, кабельные стяжки, это возможные крепления, проводка, и до таких вот габаритных уже изделий, как инверторы, как контроллеры. Представьте, вот сейчас на стадии проектирования этому всему уделяется внимание. На новых моделях транспортных средств, кстати, будут кабельные воды со специальной спенивающей ставкой. Это пожаробезопасные кабельные воды. И кому-то покажется эта тема, ну вот пожаробезопасность, кабельные воды. Ну, наверняка компания задумывается. А приведем пример конкретный. Задумываются ли гиганты сейчас, такие мастодоны, о пожаробезопасности? Взять Tesla, взять NIO. Я не беру и никак не порочу ни в коем случае компания Tesla, но что было, что есть, то и было. До 2014 года вообще, в принципе, были недоработки в проектировании, и когда машина задевала днищем, то могла просто возгореться аккумуляторная батарея. А потом установили титановую защиту. Вроде как задачу решили, но с точки зрения проектирования это было сделано, с точки зрения эксплуатации, с точки зрения эргономики. Когда происходило возгорание, то аккумуляторную батарею сложно было обезвредить и сложно было пройти вот эту титановую защиту. Я приведу небольшой пример, когда при возгорании электромобиля необходимо было специальный контейнер, 11 тонн воды. То есть это вот просто, чтобы все понимали, примерно 2 тонны воды – это вообще пожарная машина, то есть 2 тонны воды требуется для тушения такого стандартного, небольшого относительно возгорания. Тут 11 тонн воды, специальный контейнер, нужно положить машину уже после того, как потушили пожар на ней или в ней, для того, чтобы не было несчастного случая с возгоранием либо со взрывом аккумуляторной батареи. Это ли инженерная проектировка и так ли нужно делать уже при реальном применении? И как раз-таки видеоблог генерального конструктора, я всегда с нетерпением ожидаю этот видеоблог, я рекомендую всем посмотреть, особенно в конце была представлена просто мощнейшая презентация, друзья. Я когда посмотрел вот эту презентацию,
и дошел до строительства трех линий, у меня просто мурашки по коже, вот серьезно. Я смотрю и думаю, как это вообще может происходить, и как это может происходить за такой короткий промежуток времени. Мощнейшая презентация, я думаю, что головная компания обязательно разместит ее в виде отдельной презентации, очень мотивирует на то, чтобы не просто заинтересоваться проектом, а именно инвестировать в этот проект, потому что в Арабских Эмиратах будет показано просто что-то невероятное, невиданное. Действительно, создается на наших глазах целая транспортная новая инфраструктурная отрасль. Не отдельный подвижной состав, не отдельная дорога, а целый комплекс от и до. От мелких штрихов до применения уже в реальности и в строительстве адресных проектов по всему миру. И перейдем непосредственно к тезисам. Я считаю, это очень важно знать и понимать вообще каждому инвестору, каждому партнеру нашего проекта, потому что то, что говорит генеральный конструктор, это настолько выверено. И кто-то мог спорить, зачем мы начали строить в Арабских Эмиратах, а сейчас в условиях пандемии, сейчас вроде бы пандемия, черный лебедь летает над головой, и никто не знает, будет ли вторая волна, будет ли второе закрытие границ или нет. Но сейчас новый черный лебедь – это неопределенность, это ситуации неопределенности, которые невозможно никак предугадать. То же самое вот вчера был обвал рынка. Как вы думаете, крупные инвесторы об этом знали? Да просто единицы знали, которые этот обвал манипулируют. Конечно, это все кукловодные игры, но огромное большинство, и я в том числе, об этом просто не могли предполагать, это произошло скоротечно. И такие же события с выборами президента в Республике Беларусь и как раз-таки ЗАО «Струнные технологии» – это одна из тех компаний, один из тех научно-производственных центров, которые продолжают работать. Никаких забастовок нет, потому что нет цели что-то кому-то доказывать. Есть цель только создать технологию, продемонстрировать, сертифицировать и вывести ее на рынок. И, кстати, это также сыграет на руку и Республике Беларусь. И кто-то задает вопрос, зачем экотехнопарк строить сначала в озерах это было. То есть это было еще до новейшей истории с краудфандингом, с краудинвестингом, еще на средства покойного генерала Лебедя. Александр Лебедь был такой замечательный человек. Он на свои средства профинансировал строительство полигона в озерах. Дмитрий Терехин также профинансировал, и поэтому в выставочной экспозиции монументальной группы на экотехнопарке вы можете видеть его памятник, хотя он живет, здравствует, но памятник, потому что он поддержал проект на очень тяжелой стадии. И в озерах не было цели продемонстрировать подвижной состав. Была цель продемонстрировать, смоделировать нагрузку. Сам Анатолий Эдуардович встал под путевую структуру, когда проезжал ЗИЛ. И путевая структура была представлена только в одном варианте. Только ограниченные средства Александра Лебедя и еще ряда людей, и Надежда Геннадьевна Косарева также продала определенное имущество, просто сыграв, как говорится, ва-банк, но понимая, что необходимо максимально поддержать своего союзника и друга по жизни. И абсолютно правильно сделала. Немногие на самом деле так могут сделать и поставить все на кон. И сейчас, как показывает практика, выигрывать, так как эта технология была продемонстрирована. И цель была продемонстрировать, что струнный транспорт может существовать на той стадии, это было продемонстрировано. Если бы это не было продемонстрировано, поверьте мне на слово, мы бы сейчас не находились в этой комнате, вы бы не смотрели меня сейчас на YouTube, не было бы ровным счетом ничего. Потому что это было доказательной базой лично для меня, когда я смотрел на заседание Госсовета, когда Медведев говорил о технологии определенные вещи, когда были продемонстрированы многочисленные репортажи, и единственный момент в голове, а почему это не реализовано?
И смотришь вот на эти картинки в 2014 году и думаешь, реализуется либо не реализуется. Конечно же, на ранней стадии мы инвестируем немного, но потом, когда мы познаем и понимаем технологию, каждый решает и планирует свой инвестиционный портфель для той технологии прорывного транспорта над землей, которую мы финансируем сам. Именно сам. И генеральный конструктор говорит, что нам надо показывать продукт, который должен выйти на рынок. А рынок не такой, как при Форде. Рынок, я могу сказать, не такой, как вообще в прошлом году. Если вот чуть-чуть освежить слова, на мой взгляд. Потому что до пандемии и после пандемии это совершенно разные рынки. Это совершенно новое развитие. Это совершенно новое применение блокчейн-технологий, это совершенно новое применение санитарных норм и так далее и тому подобное. И под эти реалии, под эти условия не все корпорации подстраиваются, но ЗАО «Струнные технологии» подстраиваются, и я думаю, что будут подстраиваться. Второй полигон Мариной Горки тоже с нуля создавался, это был танковый полигон заброшенный, и там были даже снаряды. И многие решения были половинчатыми. Тролли обвиняют, что вот было, к примеру, замечена какая-то ржавчина на путевой структуре, и к этому привязывались, но, извините, ржавеет все. И ржавеет даже железная дорога. Не было цели продемонстрировать, что ржавчина здесь невозможна. Была цель продемонстрировать именно саму технологию и создать ту площадку, тот гараж Джобса, если привести такую аналогию, гараж в этом случае не получится, просто ограничится гаражом, потому что на самом деле создается, повторюсь, целая отрасль. И я приведу пример. Сейчас я подгружу картинку, что это было испокон веков на самом деле. Сейчас вы постепенно увидите, что даже электричество пытались троллить. Представьте электричество, что вообще возможно без электричества. Но вот, пожалуйста, антиэлектрический комикс от 1900 года. То есть вот представьте, тролли были и тогда, тролли будут и есть. И это работа некоторых людей. И поэтому что говорить о той технологии, которая может теоретически изменить весь мир. И на самом деле сейчас уже сделаны 12 моделей, 5 из них сертифицированы. И что мне понравилось, а я видел эту тетрадку, и я видел, как Анатолий Эдуардович чертит там не только новые модели подвижных составов, а уже и общепланетарное транспортное средство. Он там проектирует, но общепланетарное транспортное средство он проектирует только в момент отпуска, потому что сейчас нужно в первую очередь вывести текущую технологию на рынок. Но уже более 10 моделей, представьте, вот 12 было сделано, 5 сертифицированы, и совершенно новых 10 моделей, это еще помимо контейнерных перевозок, юниконтов, что еще можно продемонстрировать? Мы с вами видели морские порты на основе технологии Skyway, взлетно-посадочные полосы, гумус, биология, экодома, юнимобили, электромобили для инвалидов. И что еще в виде конкретных применений подвижных составов можно продемонстрировать? Это как раз-таки говорит о том, что если даже что-то вдруг пойдет не так, посмотрите, вот перемотайте этот ролик на начало, и какие действительно уже гиганты своих КБ, своих подразделений говорят о технологии. Они говорят, как будто они работают всю жизнь на самом деле уже в ЗАО «Струнные технологии». И что для меня было примечательно, вот фактически не струнный рельс, не струнная дорога, струнные коммуникации. Для меня это был термин вообще вот прямо как ростоком ударило, я был поражен. А действительно же коммуникации, то есть фактически это будет связывать в логике всех стран и мира, как связывает сейчас
электричество. И электричество будет включено на самом деле в струнные коммуникации, как интернет, как и мобильная связь, потому что это все подразумевается внутри рельса. Но не об этом вебинар, перейдем далее к тезисам. И главное, для чего нужны тестовые трассы и полигоны? Для того, чтобы выявить недостатки. Вот, скорее всего, многие производители электромобилей, да и вообще не только электромобили, иномарки, много поездов, много автобусов загорались именно из-за недостатков, минимальных недостатков, но роковых при проектировании электропроводки, каких-то кабельных вводов и так далее и тому подобное, но заканчивалось все катастрофой. И сейчас фактически создана инженерная, конструкторская и проектная школа, и также это будет дублицироваться и в Арабских Эмиратах, и там огромный плацдарм, это американский университет при Шарже. И упомянул генеральный конструктор, сколько студентов там обучается. И генеральный конструктор гениально сказал, что лучше получить проблему на тестовой трассе, чем когда ты построишь уже адресный проект, и там будут проблемы. Кто заплатит убыток? Тот, кто спроектировал. Тот, кто спроектировал. Мы не должны этого допускать, потому что убыток есть убыток и для нас. Генеральный конструктор берет и взял на себя обязательства, и поэтому все необходимо предусмотреть. Были получены первые результаты, чтобы понимать, как совершенствовать, куда двигаться по всем типам подвижного состава. Заметьте, все типы. Это не только спорткары, например. Это не только кроссоверы, хэтчбеки, это не только поезда, это и низкоскоростной, это и высокоскоростной, это и гиперскоростной, и грузовой, и пассажирский, и городской, и маломестный, и многоместный, и даже поезда в электронной сцепке. Все эти результаты получены, они демонстрируются сейчас миру. Они есть. Это уже исследования, которые являются, на мой взгляд, основой для создания на многие-многие годы уже после выхода на рынок, чтобы не догнали вообще конкуренты. Потому что, ну, фактически можно догнать, если скопировать как-то сознание генерального конструктора, но сейчас даже таких технологий шпионажа, слава богу, нет. Хотя Neuralink Илона Маска двигается, и я думаю, что и эти применения, в том числе для шпионажа, будут. Мы уже создали свои методики расчетов, мы уже пользуемся требованиями международных нормативов, в том числе на строительство мостов и эстакад, в том числе и Арабских Эмиратов, где требования Евросоюза и американские, то есть самые жесткие требования, что могут быть. И это подходит как для входа рынок и захвата в Евросоюзе, и также в США. Я думаю, что в США абсолютно не откажутся, особенно когда экономику на тот момент будет жестко трясти, что вот так оказывается концепцию гиперлуп, но она уже в виде гиперскоростного транспорта создается в Арабских Эмиратах. Нужно просто приехать, попробовать и купить. Что значит купить? Это напечатать, если тогда возможность будет, еще больше денег, но подкрепить их реальной технологией и адресными проектами. Это касается и всего, это касается и крипторынка, и фондового рынка. Если не будет подкрепления, нет бесконечного роста, и все обвалится. И мы уже выходим, у нас огромное количество предзаказов, это не я говорю, это говорит в своем видеоблоге генеральный конструктор. Мы ведем переговоры по всему миру, и очень много в работе адресных проектов. Просто мы об этом не говорим. Генеральный конструктор абсолютно понимает, так как по образованию он имеет патентное ведение и вообще как бы инноватор, изобретатель, и понимает, как технологию можно отнять, как можно ее захватить, с учетом того, что были недобросовестные конкуренты, которые в том числе и сейчас стараются как-то мешать. Этот опыт был пережит, и сейчас, на мой взгляд, риски по этой логике максимально сокращены. И начато уже строительство шестой линии, вот про что я и говорил. Год назад можно было ее построить, но зачем строить, чтобы просто построить? Чтобы отчитаться перед инвесторами, чтобы привлечь больше денег. Это логика высокотехнологичных пирамид. Чтобы показать неизвестно что, неизвестно какое применение,
наплести какие-то сказки и вот несите еще деньги. Но так не работает привлечение инвестиций в той технологии, которую мы с вами финансируем. Потому что здесь нужно создать конкретную путевую структуру, которая будет стоять, как декларируется, 100 лет. Это обещается шейхам, это обещается Арабским Эмиратам, это обещается президентам, это обещается министрам. И здесь не может быть того, что «ой, мы не предусмотрели». Будет жесткая расплата, если что-то пойдет не так. И, естественно, этого допустить нельзя. И подвижной состав будет таким, чтобы выйти уже на рынок действительно серийной продукции. И сейчас даже в условиях пандемии компания доказывает, что она двигается, в отличие от многих компаний, которые остановились. Но и ранее были сложности. Потому что те, кто не помнит, на самом деле это была моей единственной причиной поездки на первую московскую конференцию, потому что я хотел лично увидеть генерального конструктора. На тот момент я уже построил достаточно большое комьюнити людей, которое поддерживало проект, уже более 1500 людей за первый месяц с лишним. То есть, ну, примерно я понимаю, как работает система «Ледокол». Сам в свое время был ледоколом, когда было на это время физически, поэтому ее и запустил. И тогда генеральный конструктор находился в командировке в сводно-экономической зоне в Литве, где планировалось строительство технопарка, но потом произошла история с Литвой, вплоть до того, что он был объявлен неправомерно международным преступником. И, слава богу, знающие люди подсказали, как выйти из этой ситуации. А потом, как вы знаете, был суд по этому направлению, и был суд выигран. И те счета, которые были арестованы, тут даже такая логика, что курс изменился в лучшую сторону, и фактически эти средства пролежали как в сейфе. То есть для тех, которые приносят какую-то позитивную логику для мира, видимо, даже экономические такие моменты играет в лучшую сторону. И вот в этот момент отказывались многие работать, отказывались многие приходить на работу после того, как с нуля, вот как говорил в своем интервью генеральный конструктор, буквально под забором были найдены многие материалы. Ну, конечно же, не под забором, это переносное значение, но очень сложно было с кем-либо договориться и с поставщиками, и с подрядчиками, и с работниками. Сформировать вот этот кадровый, интеллектуальный, прорывной резерв, который будет работать с компанией десятилетия. Но это было все преодолено, и было создано невозможное. 5 трасс, сейчас будут устанавливаться уже преднапряженные конструкции для 6-й трассы на основе болтовых соединений, то есть это без сварных швов, но это все создавалось для северной страны. И так как стратегическое направление сейчас Арабские Эмираты, идет серьезная поддержка, вот, кстати, вот эта 6-я трасса, генеральный конструктор ее в шутку называет Санта-Барбара, любя, видимо, в честь сериала. И вообще генеральный конструктор очень любит мыслить аналогиями, которые очень легко и просто все объясняют. И пустыня – это очень большие проблемы. Я был в Кот-д'Ивуар, я был в Африке, и в Арабских Эмиратах, и понимая, насколько там другой климат абсолютно, более агрессивный. То есть колодки тормозные у автомобиля ржавеют вот просто на ура. Ломаются автомобили тоже очень сильно, поэтому они стоят там чуть-чуть дешевле, даже спорткары. Но спорткар может заглохнуть у кого-то, потому что просто абразивные элементы песка попали в двигатель. Это случается, и даже вот для меня было открытием, железные дороги на Аравийском полуострове по этой причине не строятся. Представьте, насколько мощный рынок, когда будет предоставлено решение по строительству уже транспорта, который вообще не используется на Аравийском полуострове и в странах с подобным климатом и с подобными проблемами с песком. И в Эмиратах была построена первая трасса очень быстро, вы видели, насколько быстро это было сделано,
Я могу привести пример по темпам, ну, примерно как был построен первому инотрансу, на котором участвовала компания с нуля, с эскиза, первый Юнибус, первый Юнибайк, то есть Юнибус за меньше, чем 6 месяцев, Юнибайк меньше, чем за 6 месяцев, Юнибус меньше, чем за 8 месяцев. Многие руководители корпорации этому удивлялись очень сильно. И также быстро было на самом деле построено то, что было уже апробировано, понятно, абсолютно исследовано на экотехнопарке в Мариной Горке. Просто сдублицировано. Вопрос: дайте материалы, дайте подрядную организацию, давайте создадим строительную организацию и все быстро построим, потому что мы это уже делали. Такая логика работает, и была создана демонстрационная трасса, которая произвела фурор очень сильный. И эта трасса была таким входным моментом. Все увидели, что технология работает в климате, в жарком, во влажном и с песком, с пустынями. Далее сейчас будут построены три линии, и, как вы видели прекрасно из слайдов, уже эти линии реализуются и строятся. Вот она, та Санта-Барбара. Только она уже строится в Арабских Эмиратах. Почему она строится в Арабских Эмиратах? Потому что она на черновике была продемонстрирована, спроектирована вначале. Потом уже на чистовой черновик, так скажем, в виде шестой трассы была представлена в экотехнопарке. Не была натянута струна, струнная коммуникация. И только потом, когда уже все понятно, все стопроцентно, все будет уже также сделано и в экотехнопарке, и в Арабских Эмиратах. Очень быстро, потому что все исследовано, все понятно, недостатки и риски выявлены. И на самом деле задача продемонстрировать весь комплекс. Это не только трасса, это не только станция, это и стрелочные переводы, это и депо, и ремонтные мастерские. И если не будет этого сделано, не будет и бизнеса, потому что никто не может купить, например, целый дом, когда ему предоставляют только дверь. Ну, то есть такая вот аналогия вроде бы простая, но вы спросите, а где целый дом? А еще лучше умный дом со всеми датчиками, системами. И здесь фактически умная инфраструктура, умный транспорт, тем более над землей, тем более который никогда не создавался вообще в мире. И если этого не будет создано, генеральный конструктор признает, что да, получится, что он обманет инвесторов. Он не может этого допустить, он кричит об этом в своем видеоблоге, именно скромно говоря. Но это незримый такой крик, для того, чтобы люди поняли, что он делает все, чтобы выполнить свои обязательства, неимоверные обязательства, которые он на себя взял. Не каждый человек может взять на себя такие обязательства. И финансовые аудиты показывают, что средства расходуются абсолютно по назначению. С Беларуси, с этими вариантами путевых структур, многие спросят, а что в экотехнопарке, а что в Беларуси? Также ведется работа. И Светлана также приоткрывает завесу тайны, что в Республике Беларусь непосредственно уже внутри идет работа по адресным проектам. А Анатолий Эдуардович говорит, что с Европой и очень близко получение контракта, причем те проекты, которые он предполагал еще 20 лет назад. А я предполагаю, что это возможно, ну, на мой взгляд, критские коридоры, то есть это проекты не на сотни даже миллионов долларов и даже не на миллиард долларов. Это все будущая капитализация, это возможность та, которая бывает раз в 100 лет, стать совладельцем всей технологии, которая будет входить во все адресные проекты. И для меня было тоже очень важно, что в Эмиратах сейчас создается строительная компания. То есть в Мариной Горке, точнее в Республике Беларусь была создана строительная компания, в Арабских Эмиратах отдельная, которая сейчас строит, начнет тестовые демонстрационные трассы в Шарже, и потом эти же кадры будут строить адресный проект не только в Арабских Эмиратах, но и вообще в странах с подобным, похожим климатом. Это и страны Персидского залива, это и Африка, с Танзании. Недавно пришло мне на почту
заявка по адресным проектам, но так как мы не имеем права заниматься адресным проектом, ну, у меня на это просто и времени нет, все это было Светлане Волошиной переправлено, и если у них есть средства на feasibility стадии, я думаю, что с ними будут завязаны отношения, потому что все делается для того, чтобы потом делать одновременно везде с дубликацией системы. И это и мы делаем в SWC. Именно поэтому, друзья, немножко такое релическое отступление, но наконец-то свершилось. Я об этом долго говорил. Кто-то говорил, вот, Алексей, ты балабол там и так далее. Но нельзя показывать незаконченный продукт. И IT-система наконец-таки была сделана на автовеб-офисе. Это будет возможно. Все, кто от Маси, все, кто инвестировали через StepUp, можете посмотреть вот по ссылочке, которая на слайде, то есть определенные условия выполнены, в разделе обучения в ЛК будет доступно мощнейшее обучение, я сам его начинал проходить, дошел, примерно мне 10 занятий осталось, потому что там уже так мозг начинает кипеть, то есть вначале так легко кажется. Вначале кажется вообще в логике успешный успех, но потом ты понимаешь, что все как снежный ком, бэнг просто вот так вот наслаивает и потом переходит к сложным вещам. И мы понимаем, как продавать, мы понимаем, как продвигать продукт. И сейчас будет происходить тестирование, мы будем очень рады. Можете на почту мне писать, как вам вообще вот эта вот система. Все, кто имеет статус мастер, эта мотивация подтянуться к статусу мастера, смогут обучаться у специалиста, который обучал Heineken, Toshiba, Nestlé, Unilever, Land Rover, Volvo, Renault, Panasonic, Toyota. То есть это не какие-то MLM-компании, это корпорации. И мы с вами, будущая инвестиционная платформа, которая перерастет в инвестиционный фонд. Мы с вами работаем в финансовой, серьезной инвестиционной сфере. И хотелось бы, чтобы, скорее всего, конечно, не все пройдут это испытание, но сделку, которую вы закрываете за один вечер, она удвоилась в десятки, сотни раз по своей прибыльности. И я думаю, что всем будет приятно стать пятизвездочным продавцом. Поставьте от 1 до 10 и вообще напишите ваши комментарии, кто смотрел, кто, может быть, начинал проходить эту систему. Очень ждем обратной связи и отзывов. И рабочая тетрадь там также есть. И в будущем мы также создадим книгу скриптов продаж, именно применимо к нашему продукту. И далее Бэнк также будет обучать уже в виде конкретных вебинаров, как продавать в условиях пандемии, потому что он крутой продажник, он суперпродажник. И мне на самом деле немножко обидно то, что мы не можем встретиться вживую. У него мощнейшая энергетика, которая ощущается прямо вот даже через телефон, я с ним общался по видеосвязи. И рекомендую действительно всем стоящий курс. Но это было релическое отступление, так мы обязательства свои выполняем, я лично выполняю, так как я это инициировал по обучению. И сейчас постепенно готовится тоже мощнейший, современнейший курс по Instagram. Могу приоткрыть завесу тайны, скоро у нас появится очень крутой инструмент для работы в Instagram. Не скажу конкретно ничего, но все узнают и будут шокированы, такой шок. Контент будет обеспечен, когда вы будете использовать этот инструмент в Instagram. Напишите в чате, какие у вас варианты, что это будет в Instagram, какой инструмент. И генеральный конструктор говорит, что строить можно будет везде одновременно. Инновационный центр сейчас не где-то в пустыне, он на территории Американского университета в Шарже. Это где учатся студенты, более 50 тысяч студентов, это в 2,5 раза больше, чем крупнейший Минский белорусский университет, больше, чем из 100 стран. И представьте, когда многие отрасли будут меняться, а что происходит вообще вот сейчас с миром, начиная с того, как человек из первобытного стал заниматься собирательством и фактически
появилось много под ниш. И вот этих направлений под ниш именно при рождении технологии Skyway их появится тысячи и десятки тысяч вообще. И в IT, и в мобильной сфере, и в блокчейн, и в каких-то разработках медицинского даже характера. Везде появятся новые ниши, и я думаю, что американский университет в Шарже обеспечит при необходимости интеллектуальный и мозговой потенциал, который можно будет компании, которую мы с вами финансируем, черпать. И было доверено знаковое место на самом деле. Это выбор, это опять же не я говорю, это говорит генеральный конструктор, его высочество шейха Шарджи. Он сказал, просто перепроектируйте. Представьте, вот там было несколько небоскребов спроектировано, и отдайте Skyway самую главную часть, чтобы он ехал и видел красоту, любовался Skyway. Это слова шейха. Это очень дорого стоит, на самом деле, вот такое отношение. И фактически перепроектировано было создано за свой счет. Огромные территории, порядка 200 гектаров. И 20 гектаров, 28 гектаров было выделено на научно-мировой инновационный центр Skyway. Власти Эмиратов поддерживают. Они понимают, какое будущее для их страны. Я думаю, что все понимают при условии, что произошло вчера, когда на 180 миллиардов капитализации потеряла компания Apple. И еще далеко достаточно падать, потому что общая капитализация вообще, ну, пузырь настолько сейчас раздут высокотехнологичных компаний, что капитализация сравнима с небольшой страной, причем не третьего мира, а нормальной страной. И падение еще будет. Это рыночная стоимость не меньше 700 миллионов долларов под тестовые трассы. А мы неоднократно говорили, что сейчас ведутся также конкретные разговоры, и об этом будет озвучено головной компанией по факту, по существу, по строительству высокоскоростной трассы и даже гиперскоростной трассы. Я с нетерпением жду, чтобы на выставочной экспозиции для Экспо была представлена совмещенная путевая структура в модели небольшой, но там уже будет гиперскоростной транспорт, и там будет совмещены городской пассажирский и грузовой транспорт. То есть будет трехуровневая трасса. Этого мир еще не видывал. Была дана длина участка 2,8 километра. Это все остальные технологии компании, то есть будут уже за научным инновационным центром Skyway. То есть Skyway будет на передних позициях в прямом смысле этого слова, в расположении в технопарке при Американском университете Шарджи. Поэтому и на форуме, на видеозаставке, на преобладающих местах именно та технология, которую мы финансируем, показывается в виде визуализации. И месторасположение тестовых трасс вообще оживляет, конечно, восприятие. Совершенно другое отношение к технологиям. И многие не хотят ехать в Беларусь. А сейчас при новом «Черном лебеде», вот этих событиях, которые происходят в Республике Беларусь, ну, еще, наверное, меньше желания будет ехать, и тем более в условиях пандемии. И когда был саммит мирового правительства в Дубае, было представлено всего две инновации. Это была для меня тоже новинка, что представили только Skyway, электромобиль Jaguar. У Skyway было две машины, а у Ягуара была одна машина, и все это увидели. Да, там ходили роботы военного назначения, потом на следующих выставках, но в транспортной инфраструктурной отрасли было представлено только две инновации. И до открытия Экспо можем продемонстрировать, об этом говорит генеральный конструктор, работающие системы в Шарже в инновационном центре Skyway, в технопарке Американского университета в Шарже. И они уже будут, самое главное, сертифицированы. И будет сделан еще один выставочный комплекс рядом с Экспо. Представьте, Экспо 2021, все готово, все сертифицировано, масса делегаций приезжает, экономический кризис, пандемия, необходимо понимание, как двигаться, как переустраивать экономику конкретных государств.
И тут технология, которая может обеспечить адресными проектами вообще как бы новую экономику страны. И можно даже новый экономический план посчитать на основе развития адресных проектов. Это ли не привлекательная отрасль? И место знаковое – это продвинет проект на мировой рынок, увеличит количество заказов. Я считаю, это очень мощнейшие аргументы. Мы находимся в самом начале развития новой отрасли. И кто-то, допустим, будет считать, что это какая-то нереальность, что это какая-то сказка. Но сказка является та высокотехнологичная пирамида, которая создает инженерную технологию, которая не нужна потребителю, у которой нет потребителя. И даже если она нужна, то нельзя ее создать, так как нет специалистов, нет кадрового интеллектуального потенциала. Еще раз говорю вам, что остерегайтесь высокотехнологичных пирамид и храните себя, будьте здоровы, берегите себя и свою семью. Мы в самом начале развития новой отрасли, но уже в конце развития первых шагов по выходу на рынок нашей технологии. Благодарю за внимание. С вами Алексей Суходоев. До скорых встреч уже 16 сентября, в среду, как обычно. Всем счастливо, пока. Ну а сейчас я готов ответить буквально на два вопроса и буду завершать. Так, коллеги, вопросы? Так, логичный вопрос. Я слышал этот вопрос и в чатах, где Михаил Кириченко. На самом деле конкретной информации у меня нет. И как только это будет объявлено головной компанией, как-то обосновано. Если это не будет обосновано, то значит это просто смена кадров для лучшей, так скажем, версии исполнения данных задач. Только это я могу сказать. Мне очень комфортно и приятно было смотреть репортажи, новости сам Кириченко. Но ничто не вечно под луной, и каждый человек абсолютно заменим. Все когда-то меняется, к сожалению, либо к счастью, мы увидим в будущем. Так что информации никакой нет. Коллеги, еще вопрос. И хотел бы вам сказать, обязательно смотрите репортаж, интервью Светланы Волошиной. Там такой спойлер ролика блокчейн направления. Очень мне понравился, прямо по канонам, все как должно быть в этой индустрии. Всем счастливо, пока, энергии, здоровья и любви. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий SkyWay в этом выпуске. Как продвигается строительство второй линии? Новости инновационного центра SkyWay в Шардже. Болеем за наших! SkyWay в центре внимания на международном IT-соревновании. Работа на опережение. Подвижной состав сможет мгновенно локализовать пожары. Новоселы. Закрытое акционерное общество «Струнные технологии» переехало в новое офисное здание. И наша традиционная рубрика – это «День в истории SkyWay». А теперь обо всем по порядку. 46 фундаментов дополнительных промежуточных опор забетонированы в инновационном центре SkyWay в Шардже. Заканчивается монтаж металлоконструкции промежуточных опор второй линии. В гостевом доме практически завершена внутренняя отделка и близки к завершению пусконаладочной работы инженерных систем. Во внутреннем дворике высажены растения и газонная трава. На обеих анкерных опорах первой линии продолжается внутренняя отделка и пусконаладочные работы. Компания FAST осуществляет прокладку наружных инженерных систем. Забетонированы плиты покрытия насосной станции пожаротушения. Продолжается отделка трансформаторной подстанции. Полного соответствия европейскому стандарту EN45545 добились специалисты конструкторского бюро электрооборудования.
Этот стандарт позволяет управлять рисками, связанными с пожарами, которые могут возникнуть вследствие воспламенения некачественных материалов, используемых в железнодорожной отрасли. Иными словами, ввиду того, что экстренная эвакуация из подвижного состава второго уровня для пассажира достаточно проблематична, само оснащение транспортного средства должно целиком соответствовать качественным требованиям, предъявляемым ей мировым рынком. И SkyWay теперь полностью соответствует этим требованиям. Об этом подробнее расскажет инженер-конструктор КБ электрооборудования ЗАО «Струнные технологии» Сергей Кулапин. За последнее время нашим конструкторским бюро электрооборудования был совершен обширный анализ комплектации на соответствие противопожарным нормам. То есть, в частности, проверяли всю комплектацию на соответствие европейскому стандарту EN45545, это противопожарная защита на железнодорожно-транспортных средствах. Данный стандарт нормирует нормы противопожарной защиты, контроль, управление и минимизацию воздействия пожара при его возникновении. В первую очередь мы проверили всю комплектацию, начиная от изделия массой менее 1 грамма, как, например, кабельные стяжки, всевозможные элементы крепления жгутовой продукции, заканчивая габаритными блоками, как, например, инверторы и контроллеры. Данные элементы должны быть максимального качества, иметь сертификаты качества, подтверждающие это, так как одной из основных причин пожаров в электроустановке – это неисправность в жгутах. То есть следствие, например, короткого замыкания, механической деформации, либо привычного нагрева изоляции. На новых транспортных средствах мы будем применять специальные противопожарные кабельные воды со специальной вспенивающей вставкой. При возникновении пожара в какой-либо из областей эта вставка вспенивается и образует своего рода противопожарный барьер. То есть все это делается для того, чтобы локализировать пожар и моментально его потушить с минимальным вредом для пассажиров. Друзья, более 60% зрителей наших видео смотрят их без подписки на наш официальный канал в YouTube. Это более 42 тысяч человек в месяц. Согласитесь, никуда не годится. Если под этим выпуском кнопка «Подписаться» у вас горит красным цветом, немедленно исправьте проблемы и будьте первыми, кто узнает новости о разработке и внедрении прорывной транспортной технологии SkyWay. Все подразделения закрытого акционерного общества «Струнные технологии» наконец-то переехали в новое офисное здание по адресу город Минск, улица Железнодорожная, дом 33. 8 этажей просторного светлого здания разместили более 1000 сотрудников компании. SkyWay в центре внимания на международном IT-соревновании. В конкурсе «Проект года», в четвертый раз организованном российской фирмой 1С, ЗАО «Струнные технологии» представляет управление автоматизацией бизнес-процессов во главе с Натальей Каспирович. Цель форума – определить передовых пользователей и партнеров, добившихся максимальных успехов в цифровизации собственного бизнеса посредством современного прорывного софта 1С предприятия 8. В этом году на номинации «Лучший проект в предметной области» нашими специалистами была представлена собственная разработка, сервис для руководителей, систематизирующий всю информацию по жизненному пути сотрудника в компании. Закрытое акционерное общество «Струнные технологии» участвует в этом конкурсе впервые, однако, по признанию руководителя отдела 1С-систем, несмотря на то, что конкуренты в этом году не больше, не меньше, как корпорации «Росатом» и «Почта России», наша команда в себе уверена. Напомню, ранее, благодаря этому передовому программному обеспечению, SkyWay удалось целиком перейти на систему электронного документооборота, избавившись от уничтожающих природу традиционных стопок мертвых деревьев в каждом кабинете. Голосование продлится до 31 августа, ну а призеры форума станут известны не раньше сентября 2020 года. Успейте поддержать наших конкурсантов. Ссылка на страницу для голосования в описании под этим видео. 19 лет назад прошли первые испытания струнной путевой структуры SkyWay. Тестовый фрагмент струны весил более 500 килограммов и имел длину 4 метра. Испытания длились более 2 месяцев и окончились неожиданным даже для самих инженеров результатом. Эксперимент показал, что струнный транспорт Юницкого оказался в 6 раз крепче и долговечнее даже самых оптимистичных теоретических подсчетов. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay. Подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, и ваша жизнь сложится удачнее даже самых оптимистичных теоретических подсчетов. Строй SkyWay. Спасай планету.